Всем привет, ребят. В общем, пора уже покупать мне обувь. Я уже в этих сланцах уже просто не могу ходить. И у меня уже второй год, ребят, второй год. Вот. Так что нужно купить какие-то кроссовочки. Сейчас иду на Красную площадь. Будем что-то выбирать. Сегодня погодка у нас по кайфу. Вот все намечается, намечаются дождь, какие-то капельки пролетят, и опять тишина. Вот, и так, в принципе, нормально. Тепло на улице. Уже хочется, чтобы прям зарядил небо такое темное. Прям по кайфу такая погодка. Но никак не пойдет. Ладно, идем выбирать эти самые кроссовочки. Осмотрим, надо нам что-нибудь дешевенькое. Дешевенькое что-нибудь надо в этот раз. Я не знаю, честно, какая-то херня одна. Вот. Мне вообще ничего не нравится из этого. Ну что это такое? Вообще ничего. Ну вот эти прикольные, но они будут слишком тяжелые. Я такие не хочу. Ну все, ничего нет. Просто. Вообще, надо. Все, тут уже мужские пошли, но тут еще женские. Ну, тоже вот эти тяжелые все. Все, ни хрена нет. Нету то, чего я хочу. Просто нет. Я не знаю, куда еще идти. Я уже, блин, все обходила тут. Слушай, мне это вот вообще ничего не нравится. Вот эти вроде легкие. Да хер его знает, ну такое себе. Не знаю я вообще. Не, ну можно, конечно, померить. А, ну тут 35-го нет. У меня 35-й размер. 37. Ну, вообще, конечно, печалька. Такие я не хочу, они слишком толстые. Ё-моё. Так, такие у меня есть. Вот, самое оптимальное, но у меня есть такие, я не хочу. Эти тоже не хочу, потому что тоже такие есть. Что еще? Что еще? Блин, вот возьму вот такие вот обычные и все. И не буду мучиться. Да? И все, я не буду мучиться. Сколько можно еще искать? Что тут? Тоже размер, наверное, нету, да, моего? 37, а вот есть 36, можно померить, попробовать. Там еще наверху что-то. Блин, хотела совсем другие. Чего не стоит, а хоть? Господи, где вы? 2400, ёб твою мать, я в этом дешевле куплю. Точно такие же. Не, ну это, в принципе, недорого. Ну, блин, ну там реально там выбора хотя бы побольше и там помоднее. Может, реально туда сходить. Ну, что это такое? Ну, хер его знает. Ну, такие вот прям... Я не знаю. Какие-то обычные прям. Не хотелось бы такие. Так, ладно, сейчас еще посмотрю. Ну, короче, я меряю, они большие. Мне нужен 30-35 размер, а это 36. Не, ну можно, конечно, их утянуть. Не, ну в принципе ничего. В принципе, как раз удобно. Но я не знаю, они такие прям обычные. Как вы думаете, ребят? А даже, понимаете? А вроде нормально. Даже сравнить не с чем. Не знаю, с чем еще можно сравнить. Но вот эти прям удобно мне. Ну и хрен с ним, возьму и все. Что сейчас буду искать? Вот это вообще терпеть не могу, ходить по магазинам 3 дня. Чуть-чуть большеваты. Но можно будет вот эти вот шнурочки утянуть. И все будет ок. Короче, ладно, я их беру, да и все. Терпеть не могу ходить по магазинам.
В общем, все, ребят, я беру. Блин, ненавижу ходить по магазинам. Особенно вот это, знаете, долго вот это все что-то выбирать. Вот это вот капец, это вообще не мое. Нормально. Все, беру. Короче, ходить в чем-то надо уже. Поэтому что там у нас 36 размер, да? Ну, чуть большие. Я вообще ношу... А где он вообще? А, нет, это 38. А, вот они. Я вообще, по идее, ношу 35 размер. Ну, 35-го это, я не знаю, это детский отдел, может быть, детский отдел сходить. Сам посмотреть. Сейчас все, беру вот эти вот. Вот так вот. Еще они тут стоят. 2400. Ну, давайте посмотрим в детском отделе на всякий случай. А вдруг что-то есть? Нет, ничего тут нету. Ладно, идем на кассу. Ни хрена себе, еще и людей тут очередь. Ё-моё. Капец, еще и в очередь стоять. Я не знаю, как девушки любят ходить некоторые по магазинам, но я терпеть не могу. Что-то очередь, еще одна касса, да? А, нет, две кассы. Ну, господи, слава богу. Мужские, мужские ботинки. Ну такое себе, не знаю. Капец, ребятки, у нас ветрище. Блин, вообще непонятно. В пиджаке жарко. Без пиджака холодно. Хер поймешь, блин. В общем, иду сегодня в зал. Восстановила вроде здоровье. Вот, сегодня топаю в зал. Надо начинать тренировочки, вспомнить, как... Вернее, завтра вспомню, как болит тело после первой тренировки. Это будет жестко. Ну все, сейчас стабильно. Стабильно, ребятки, возобновилось. Все, через день. Ну все, ребят, вышла с тренировочки, скажу, что вообще по кайфу. Я думала, что, блин, мне будет тяжело после такого перерыва, да что за... ветер, а на самом деле вот прям так легко она, легко прям активно прошла, что, блин, это вообще топчик. Все, Кира собралась, так что классно, классно. Кто тебе это разрешил, а? Тоже мне. Это мне зашить нужна туфель сегодня. Туфел зашить. Короче, ребят, тут у меня, как всегда, вот эта проблемка с этой батареей. В общем, она диваном вот этим постоянно, ну, пригибалась, нагибалась. Тут даже она вон выгнулась немножечко. Вот. И постоянно тут вот это, получается, течет. Течет, да. И то есть не вариант, чтобы диван... Ричи, я понимаю, что ты его весь уже разобрал. Давай не будем. Что тебе это надо? На. На, вот, на, забирай все, иди. Вот, и этот диван уже просто нужно на свалку выкинуть. Все, хорош, успокойся. Вот, диван нужно выкинуть на свалку, Рича, потому что он весь уже раздроченный, раздробленный. Я не знаю, как еще это обозвать, он, то есть, вообще никакющий. Его уже нужно выкинуть на свалку, и тут то, что вот, это проблема. И, значит, что еще хочу? Так, туфель зашить. Что еще хочу, это нужно мне компьютер этот унести вообще с кухни. То есть, вот, я хочу, я заказала, вернее, уже столик. Заказала столик. Я тебе сейчас по жопе дам. Заказала столик вот сюда. То есть, диван этот я выкидываю. Заказала компьютерный стол. Вот, значит, компьютерный стол скоро должен прийти.
И вместо этого дивана, где я спала когда-то, но сейчас там уже спать просто нереально и невозможно. И тут, то есть, постоянно ты ешь, да, и вот эта еда вся, и не дай бог, что-то прольется, и я прям за это очень-очень переживаю. Вот. Поэтому заказала компьютерный стол и заказала себе не раскладушка, а, короче, раскладное кресло, мягкое. Я даже не знаю, как это описать. Это, в общем, нужно будет видеть. Потом вы все увидите, естественно. И я хочу... Да это что за такой... Это что за собака такая, а? Внимание хочешь? Тебе это внимание, по-моему, вообще чересчур. Выше крыши тебе внимание. Вот. И хочу, значит, на балкон. Тут мне нужно навести порядок. Не то, что навести порядок, а вообще выкинуть все, что тут есть, половина. И я буду спать на балконе. Буду спать на балконе. Значит, как раз он тут раскладывается. И вот разложила себе и в прохладе, так сказать, нормальненько поспала. Вот. Так что заказала. Сейчас жду, когда придет. И то есть вот такое вот сделаю. Там половину все уберу. Половину нужно вообще выкинуть все это нахер. Лежит. Для чего лежит, я не знаю. Ну и, конечно, нужно поклеить обои. Поклеить обои нужно в коридоре. У меня остался еще целый рулон, потому что, ну, тут просто, вы видите, да, тут полная жесть происходит. Вот. Такие вот у меня планы. Вот так вот, ребят. А сейчас я буду готовить обед. Что-то особо, знаете, особо не то, что фантазии нет, особо дети ничего не хотят. Старший сейчас пожарю индейку. Индейку, значит, картошечкой сделаю. А младший у меня хочет просто рожки с сосисками. Кстати, хочу посоветовать, порекомендовать, блин, найти бы их еще. А, вот они. Вот, хочу порекомендовать вот такие вот сосиски. Они безумно вкусные. Они, кстати, сразу идут без этой... Без оболочки, без пленки. Это вот такие вот. Черкизово. Витаминики. Короче, это очень вкусные сосиски. Они прям... Ну, знаете, есть хорошая докторская колбаса. Не которая дешевая, а вот именно хорошая докторская колбаса. Вот. И когда ешь, и там прям, ну, чувствуется не какое-то вот это вот все перемолотое, да, а именно мясо чувствуется. Вот, так что такие дела. А на сегодня у меня еще нужно прибраться в шкафу. Так, сегодня полы я мыла, но походу нужно мыть еще раз, потому что, ну, блин, это пипец, шерсть летит. В общем, сегодня я много чего уже сделала, в принципе. Вот, сейчас я приготовлю обед и буду, наверное, заниматься тем, что буду все просто отодвигать. Там из-за шкафа у меня нужно все убрать, все там помыть, вот, где я давно, в принципе, уже не мыла. Пишет, кто-то написывает. Вот, так что на сегодня у меня вот такие вот дела, ребят.